Анонс и точка выхода четвертой серии турецкого сериала «Дикие цветы». Четвертая серия сериала выйдет в эфир 15 апреля. Ранее в сериале мы увидели разговор Килыча и Эллы. Мужчина следует за своей спутницей и пытается выведать у нее ответы на свои вопросы. Он спрашивает у девушки, что же такого она отдала Гикхану взамен. Килыч, кажется, не собирается оставлять Эллу в покое, пока она не отдаст на ответы на его вопросы. Элла останавливается и говорит, что она продала оливковую рощу. Он просит девушку, чтобы она продала эту рощу ему, однако она отказывается от такой сделки. Килыч говорит, что сколько он знал ее в прошлом, она никогда не была настолько упертой. И, видимо, жизнь в Стамбуле очень испортила ее. Мужчина приближается достаточно близко к ее лицу. Элла просит его прекратить. Однако Килыч не собирается делать этого. Он будто играет с ней и спрашивает у Эллы, что же такого ему делать не стоит. Когда он достает из волос девушки листик, она улыбается. Элла узнает о том, что на деньги от рощи должны были построить отель. Никто не собирается давать ей ответы на ее вопросы. Девушку просят как можно скорее уехать обратно в Стамбул, чтобы никому тут больше не надоедать. Для Эллы такие просьбы становятся настоящим ударом. Она встречается с Килычем. Мужчина предлагает ей на пару часов забыть обо всем остальном мире и просто хорошо провести время. Вспомнить детство, покататься на велосипеде, отправиться ловить рыбу. Элла соглашается на такое предложение и с удовольствием проводит с Килычем время. Она рада тому, что согласилась на это перед тем, как уехать. Четвертая серия сериала выйдет в эфир 15 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.